Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу выложить свою выпечку хлеба. Как я его готовлю? Он, значит, 200 грамм водички и 150 грамм яблочного пюре. Подогреваю, добавляю ложку столовую сахара и 15 грамм прессованных дрожжей. И на окошечку поставил. Он у меня, так они немножко взбодрились. И стала добавлять. Значит, 8 ложек просеянной цельнозерновой муки. 8 ложек первого сорта муки, тоже просеянной. Значит, 3 столовых ложки масла подсолнечного. Щепотку соли. Далее... Значит, еще я добавляю траву, мелиссу и мяту. Я ее ручками вот так вот немножко измельчу и в тесто. И еще я добавляю яблоки, сушеные яблоки. Яблоки я сушу без кожуры. Поэтому я их кипяточком обдала, чтобы они были помягче. И нарезала небольшими кусочками и тоже в тесто. Тесто у меня тоже на окне стояло. И, видимо, очень-очень оно у меня бушевало, потому что, ну, солнце светило сегодня просто, ну, я не знаю, сильно светило. Может быть, даже немножко и попортило мое тесто. Ну, это не важно. Самое главное, что они очень вкусные, очень нежные. И, значит, когда тесто подошло, я, значит, быстренько на противень их положила. 3 батончика у меня получилось. И, значит, выпекала я их при температуре 180 градусов и где-то минут 45. Температуру больше не делаю, потому что мне кажется, они подгорают. И, ну, и я их, когда вынимаю, то я их обязательно смазываю. Они намного мягче. Есть кто любит с корочкой. Но так как у меня проблемы с кишечником, я всегда смазываю и хлеб, и батончики. Ну вот посмотрите. Ну вы посмотрите. Ну мягкий. Ну мягкий, ну нежный. Это просто не передать. Просто не передать. Вы не представляете, какой он нежный. Как, а цвет какой? Сверху вы обратили внимание, кунжут? Вы обратите внимание? Он просто красавец. Ну, просто красавец. Ну, почему я весь процесс не снимаю? Потому что камера плохенькая. Рецепт я выложу в описании. Так что, мои дорогие, заходите на мой канал, смотрите, может быть, кому понравится этот рецепт, и вы будете постоянно готовить этот прекрасный, прекрасный этот хлеб. И всего вам доброго!